поздравляю, у тебя сегодня день рождения. Принимаешь от друзей, знакомых поздравления. Поцелуй в щечку теплые стихотворения. Слезы счастья на глазах и удивление. Задуешь свечи ты в свой день рождения, и в сливках торт с малиновым вареньем. И пусть исполнятся твои желания в твой день рождения. Задуешь свечи ты в свой день рождения, и в сливках торт с малиновым вареньем. И пусть исполнятся... Привет, привет, дорогие друзья! Сегодня 27 июля мы находимся в городе Липкан. Спешим поздравить с днем рождения именинника Русова Владимира Петровича, которому исполняется 74 года. Ну а поздравления и сюрприз приготовили самые любимые и родные детки, внуки и супруга Виарика. С днем рождения и хорошего вечера! Очень уважает, скучает, решил сделать этот вечер немножечко веселее. И, конечно же, у нас есть вопрос. Как вы думаете, от кого этот сюрприз? От кого? От кого? От детей. Примите, пожалуйста, вот этот коньячок к вашему столу. Имеем также фрукты. С днем рождения вас! И, конечно же, слова поздравления. Когда мы зачитаем, вы догадаетесь 100% от кого это поздравление. С днем рождения, лучший папа, муж и дедушка в мире. Поздравляем тебя с этим замечательным праздником. Спасибо тебе за то, что ты есть. Спасибо за подаренную жизнь, за воспитание, умеренную строгость и советы. Ты наш друг, опора, защитник, наставник, поддержка и пример. Пожелать хотим тебе только добра, теплоты в твоем сердце, крепкого, богатырского здоровья, долгих лет жизни, твердости духа, успехов и неиссякаемого заряда энергии. Желаем, чтобы в твоем жизни было так, как ты хочешь. И желаешь, чтобы тебя окружали только самые лучшие люди и настоящие друзья. Чтобы каждый день приносил тебе кучу положительных эмоций и всегда было хорошее настроение. Оставайся всегда таким же веселым, заботливым, добрым нашим идеалом. На свете нет любимее и дороже человека, чем ты, наш самый любимый папа, супруг и дедушка.
Это поздравление звучит от ваших деток, от сына Андрея, Татьяны, Анастасии, Даниила, Андрея, от дочери Анжелы, Дарина, Габриэл, супруга Виорика и, конечно же, от внучки Дианы и Игоря с Англией. Самыми наилучшими, самыми теплыми поздравлениями в этот замечательный, прекрасный вечер. Мы приходим, конечно же, не только с поздравлениями, но и с музыкальными композициями. И приглашаем вас и всех ваших друзей потанцевать вместе с нами. Если б знал ты, папа, как хорошо с тобой, ничего не страшно в жизни, если рядом ты, как волшебник, исполняешь все мечты. Ты наш отец, самый, самый дорогой, и мой отец просто всегда со мной. Я не собираюсь устоять.
вдохновение, хорошая компания, хороший праздник. Мы сейчас, дорогие друзья, для того, чтобы вы немножечко отдохнули, 2 минутки перерыва, мы хотим предоставить каждому куда-куда-куда красивые и замечательные наши женщины. Не покидайте нас, пожалуйста. Мы хотим предоставить каждому из вас по слову поздравления, по одному, два, сколько кто желает для нашего именинника. Давай, ура! Дядя Вовик, вы все знаете, что мы вас все любим. Вы один на нашем ряду. На следующем идет дядя Володя другой. Здоровья вам, счастья, мира, терпения, сил, ладу и добра в вашей семье. Ну и мир во всем мире. Целую по вниманию. Всего доброго. Спасибо. С днем рождения. Вовик, здоровья. Здоровья, еще раз здоровья. Тебе, твоей семье, твоим веткам, твоим внукам. Чтобы были вы все здоровы, и чтоб ты радовался, чтоб ты еще танцевал на свадьбе внуков своих. Всего хорошего. Спасибо. Володя, я как представитель твоей страны, единственный, кто остался, может быть, не знаю, но тоже присоединяюсь к этим пожеланиям, прежде всего здоровья. Чтобы ты держался, крепился, и всех благ, и мирного неба. Всего-всего. Дядь Вовик, вы знаете, что мы на рынке вас всегда называем дядь Вовик. И чтобы еще 74 года, а потом еще 74 года были для нас дядь Вовиком в нашем ряду, с нашим здоровьем, большим, крепким уважением и здоровьем вам. Молодец. Я не скажу дядя Вовик. Пусть никто не знает, сколько нам лет. Да? Уважаемый Владимир Петрович, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Все мы. Очень хорошо, что ты есть в нашем коллективе, что мы каждый день, если не каждый день, то каждый базарный день мы встречаемся. Пусть это мы встретимся еще многие годы. Спасибо, что ты это нашим лепкастым людям приносишь радость своим присутствием на рынке, своим товаром, своим добрым словом. А теперь вот так еще скажу. Пусть Бог тебе дает еще на долгие года здоровье. Дети пусть тебе приносят радость. Семья пусть дает тепло и добро. Пусть каждый день тебя встречает широко раскрытыми объятиями у порога. Пусть тебе дает силы, чтоб не только жизнь пройти, но еще и поле перейти. Многое лето! Я тебе желаю здоровья, здоровья, здоровья. Остальное ты все купишь. Ты же на базаре. Все наверное. И, конечно, в замечательной супруге. Дорогой мой супруг, спасибо тебе, что ты много лет рядом со мной. И ты всегда меня поддерживаешь. И во всем. И ты меня терпишь. Это все я желаю. Здоровья, 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 счастья. Еще мы были вместе, еще много лет, сколько Бог нам даст. Люблю тебя, чтоб ты был здоров. Как трудно обрести такой покой, когда со мною мой мужчина рядом, когда могу сказать мужчина мой, ты мужчина мой, ты мужчина мой, дышу, живу и радуюсь с тобой, ты мужчина мой. Ты мужчина мой, дышу, живу и радуюсь.
что снова набрала компьютер с небуди. Я остался пьян, корою дозови. Глазами, умными глазами посмотри. Словами нежными меня заговори. Что снова тронуло ко мне уроски в груди. Чтоб я остался пьян, тобою дозови. И долгих счастливых лет жизни. И, конечно же, все вместе крикнем еще один раз: с днем рождения! С
С днем рождения! С днем рождения!